Так, вот покушал я на 400 рублей, конечно, немножко дороговато. Мы с Русланом вдвоем поели с шведского стола еще. Не совсем с шведского, а типа выбираешь то, что тебе надо, и как в этой, как в кафетерии. Вот. Попил я зеленый чай с кедрами. Ничего так прикольненько. Кедры почищены уже все, пахнут, ну, чаек пахнет кедрами. Вот. Сейчас иду на ЖД вокзал. Посмотрю, что там. Надо там симку купить. Я думаю, там всякие эти бабульки тоже, дедульки стоят насчет квартир. Но поэтому, может быть, сразу двух мух одной хлопушкой. Нормально, троллейбусу. Надо как-нибудь прокатиться будет тоже. Хотя, в принципе, это что, время еще будет, поэтому можно не торопиться. Вот. Свобода. Мотив. Ага. А, вам не видно, ну ладно, бог с ним.